Накануне в спортзале «Строитель» состоялся очередной матч финальной части чемпионата Архангельской области по волейболу среди мужских команд. Хозяева паркета, волейболисты «Строителя» принимали архангельскую дружину «Арктика Сафу». В финальной части чемпионата области по волейболу принимают участие 6 мужских команд. 3 из столицы Поморья – «Арктика Сафу», «Динамо» и «Каравелла», «Коряжемский химик», «Дружина» из «Котласа» и «Северодвинский строитель». Победитель определится после двухматчевого противостояния со всеми соперниками. Северодвинцы потерпели поражение на выезде от «Динамо» и «Сафу». Накануне в домашнем зале наши волейболисты принимали студентов Архангельского вуза. По разным причинам в матче с обидчиками не смогли принять участие часть ведущих игроков «Строителя». К тому же во время игры травму получил Михаил Афонин. Эти обстоятельства повлияли на исход встречи, увы, не в нашу пользу. 0-3. «Арктика Сафу» сильнее, и это третье поражение подряд «Строителя».